Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг. Настроение дерьмо. Это Перископ, Лера, если что. Поделитесь, пожалуйста, трансляцией, чтобы было побольше. Найдите, пожалуйста, про культуру Одессы 50-60-е. Пожалуйста, поделитесь трансляцией. Привет. Классно. С Одессы. У меня очень сильно болит голова и живот уже второй день подряд. Что я делаю? Ничего, я только недавно вернулась домой. Вот. Ой, Саша, привет. Я готовила. Вот. Поделитесь, пожалуйста, трансляцией. Саша, поделись трансляцией. Коля. Да. Спасибо большое. Давай, Саша, пиар меня. Саша, пиар менеджер. Мой личный. Злата. Злата, мне сегодня сказали, что я на тебя похожа. Мне сегодня весь вечер доказывали, что я похожа на Злату и на... Я не помню, как ее зовут. На какую-то девочку. Она еще в шушу сидит, у нее еще грудь большая. Замир. Я тебе серьезно говорю, мне сегодня целый вечер все говорили, что я очень сильно похожа на тебя. На Злату похожа очень сильно. Угу. Говорили внешностью, типа, и характером немного. Хотя я вроде, ну, видела твою фотографию, мне кажется, мы вообще с тобой не похожи. Ой. Да, есть в Инстаграме английскими буквами Верона Грозная и в конце три буквы А. Грозная. А-а-а. Поделитесь трансляцией, я хочу побольше зрителей, так будет веселее. Кто мне там сердечки наставляет? А, Коля. Что расскажете, что у вас интересного? Я тебе потом покажу фотки и скажешь, похожа я на Злату или нет. Сегодня целый вечер доказывали, что я именно копия Златы. Да, только слитно это пишется, Верона Грозная. Саша, все поняли, что я не похожа на твоих фанаток? В общем, у меня так болит живот, я не могу. Коля, что ты мне тут лайки наставляешь? Смотри, сколько он уже. О, Максим Мараховский. Смотрит, ничего себе, вот это уровень. Понял. Больная, что ли? А кто тебя Злата, Саш? Это почему вот я не знала, что вы общаетесь? Лучший друг, да, называется? Я только узнала, что ты общаешься со Златой. И то через твою трансляцию. Ты нормальный вообще человек? Перестали меня все смотреть. Капец, у меня болит живот. Да, должен мне был приехать просто с Лондона и сказать, Верона, ты знаешь, что я общаюсь со Златой? Я такая, ой, спасибо за приглашенных читателей. Я бы такая, ого, Саша, в субботу, да. Надо было раньше, как только ты начал общаться. Слушай, ребят, у меня так болит живот. Верона, иди сделай чай. Иди сделай чай. Да, сейчас пойду сделаю. Ой, спасибо за сердечки. Снимаю только половину своего лица, но что я буду снимать так, то я не накрашена и мне очень плохо выгляжу болезненно.
если бы у болезни было лицо. Вот. Короче. А кто вообще откуда? Кто? Вы все с Одессы смотрите мою трансляцию? Ты сегодня просрала 3 мои трансляции, потому что я сегодня была занята. Кто с Одессы? Или вы из каких-то других городов? Сейчас я буду поименно всех перечислять. Маша Пахомова. Митя Сибириан. Вы откуда? Маша Пахомова, по-моему, с Одессы. Что знакомая. Я видела даже кем. Саша, что ты себе... Саша пошел по накруткам. Маша, а мы вообще с тобой знакомы? Ну, ты меня знаешь, просто у тебя очень знакомое имя и фамилия. Я где-то слышала, может, от тебя. Нет, не знакомая. А где ты гуляешь? Ты с центра? Или там с фонтана? Что ты ржешь, Саша? Что по юмору? Псты. Саша, где мои сердечки? Тут отбивают меня сердечками. Кто на тебя ставит? Коля, наверное. Угу. Что 19? 19 число. А, да. По какому поводу? Мне очень плохо, у меня сильно болит живот. Очень сильно. Мне просто скучно. Коль, нет, ты не приставай, ты давай, ставь, ставь. Не переставай из меня ставить сердечки. Очень сильно болит живот. Ужасно болит живот и голова. Вот здесь вот. Именно вот так вот давит. Сегодня уже второй день. Давление. Не смей. Нет, Саша, как раз не из-за... А, 22-е? На 22-е утром я не думаю, что мы... А, это типа похмеляться, ты что? Мне надо до 20-го, короче... сегодня 14. О, сегодня 14. А, ну, считай завтра 14. О, мне надо $360 сдать еще за хату. И... Блин, а сколько мне интересно? Кого? И $300, наверное, мне надо на все остальное. 600. Все, никакой истории не могу больше. Я дала только... Да, но, типа, надо так заплатить этому посреднику. Вот, надо мне 700... Надо $700, короче, за неделю. Ну, на реснички еще, на все это. Что? Что? Мне можно, я... Кто? Шофу. У меня болит животик. У меня типа голова болит. Ладно, короче, я пошла делать тебе чай. Всем... Нет. И сестре тоже. Всем удачного завтрашнего рабочего дня. Вторник. А, понедельник. Завтра же понедельник. Завтра понедельник. Угу. А, ну да. А, двоечник, типа. Вот что сначала двойник. Вот. В общем, всем спокойной ночи.